Доступный спорт. В России может появиться новый налоговый вычет за расходы на физкультурно-оздоровительные услуги. Сейчас федеральный Минфин начал разработку законопроекта о предоставлении гражданам социального налогового вычета по расходам на спортивно-оздоровительные услуги. Рассмотреть возможность возвращать людям 13% от потраченных на платные спортивные занятия денег поручил президент России Владимир Путин. Конкретные виды услуг и список организаций, на которые будет распространяться вычет, определит Федеральное министерство спорта. Предположительно, новый налоговый вычет можно будет оформлять с 2020 года. Пока возвращать 13% можно с денег, потраченных на обучение, медицинские услуги, покупку жилья. Подать декларацию для этих целей можно в течение всего года.